Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу сегодня вам показать интересную модель и сделать на нее обзор на такой самолет Е-11А1 Аичи. Это ночной корабельный морской разведывательный гидросамолет тип 98. Выпускается он фирмой Fujimi. Модель в 72-м масштабе, спускается в такой глянцевой красочной коробке. Самолет очень интересный, японских военно-морских сил. Выпущено в Японии. Все в иероглифах, практически английских слов очень мало. Небольшая коробка, номер по каталогу С-17. Сейчас рассмотрим плетники. Возьмем лист цветной бумаги и будем смотреть плетники. Очень хорошее качественное литье. Хорошо сделана расшивка. Самолет этот гидроплан. Все очень хорошо сделано. Не утяжен. Не облоя. Очень качественная модель для любителей морской авиации. Я считаю, модель очень понравится. Очень хорошо все выполнено. Это была летающая лодка, не поплавок. Специально была разработана японцами для ночной разведки. Как видите, все отлично. В конце видео будут фото. Кому интересно, можете посмотреть. Сейчас рассмотрим фонарь. Для фонаря подготовил черную бумагу. Фонарь прозрачный. Стекло не толстое. Хорошо сделана расшивка. В целом очень достойная модель. Сейчас посмотрим декаль. Декаль тоже очень хорошо сделана. И вот такая небольшая инструкция. Похоже очень на инструкцию от фирмы Tamiya. Все понятно и читаем. Я думаю, в сборке будет несложный, интересный самолет. Ну, на этом буду заканчивать свой обзор. Спасибо, друзья, за просмотры, спасибо за комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч!